Готовлю в казанчике, мне так удобнее. Если у вас есть глубокая сковорода, отлично. Отправляю в нее буквально столовую ложку подсолнечного масла. Как масло нагрелось, отправляю сразу же пельмени. И на большом огне обжариваем 3 минуты. Спустя минуту отправляю сливочное масло. Сливочное масло нужно обязательно добавить в этот рецепт. Почему? Потому что сливочное масло придает обалденный вкус пельменям. Очень нежный, сливочный. Как только слегка обжарились наши пельмени, добавляю сметану. Сметаны понадобится немного, буквально 3 столовые ложки. И вслед за сметаной отправляю 100 мл воды. Хорошенечко перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим ровно 3 минуты. Щепотку соли. Перемешиваем. И обильненько присыпаем все это сыром. Накрываем крышкой, выключаем нагрев и оставляем еще на 2 минуты. Пробуем. Кто еще не пробовал такой рецепт, друзья, я прям вот рекомендую. На самом деле очень легкий, простой, с изюминкой обжарки, с сыром, с перцем. Не хватает 150. Да, друзья. Ну что, кому понравилось, конечно же, ставим лайк, подписываемся, делимся с друзьями. Не забываем отправить этот рецепт лучшему другу, друзья. Я прощаюсь с вами ненадолго. До следующего видео. Всем пока. Кому интересно, к таким пельменям еще соус, друзья, у меня есть второй канал под названием Шустрый Микс, ссылочка будет в описании. Заходите, смотрите, выбирайте любой к этим пельменям. Я уверен, вам понравится.